Мы используем иглу калуни для лечения различных заболеваний, начиная от насморка, мигрени, болезней позвоночника, мышц и так далее. Михайлович, на что жалуешься? Да начальник, условия у вас совсем здесь нечеловеческие. Я про здоровье говорю. Чё болит? Ну, почки. А чё почки болят? Камни? Какие камни? Ну, ты же вчера подошел ко мне и ударил дубинкой по почкам. Ну, извини, Михайлович, я просто так не бью. Значит, была причина. Чайник, какая может быть причина? Я вчера спокойно прилег, уснул, спал, а ты тихо подошел мне, бац, по почкам дубинкой, как фашист. Это за что я тебе так? Не знаю. А, вспомнил, я же дома с женой поругался и сюда без настроения приехал. Ну, ладно, короче, Михайлович, давай, выходи. Опять? Сейчас будем почки лечить. Давай, спину оголяй. Михайлович. Смотри, начальник. Михайлович, это называется китайская медицина. Я специальными вот иголками, ну ладно, не буду врать, обычными иголками, через особые точки воздействую на твой организм и вылечу твои почки. Понял? Это ж больно. Да не боль, зато почки не будут болеть. Давай. Кошмар. Давай, готовься вот сюда сейчас, подожди. О. Ну как? Так ты ж не туда втыкаешь. Как не туда? Нормально? Ё-моё, Михайлович, ты чё тут наделал? А чё не сказал, что в туалет хочешь? Так я и не хотел в туалет. Я же говорю, не туда втыкаешь. Подожди, давай сейчас исправим. Подожди, стой. Подожди, тихо, не двигайся. Так, сейчас попробуем, вот сюда попробуем, хорошо? Ну как теперь, Михайлович? Алло, Михайлович? Михайлович, чё молчишь? Ты ничего и не говоришь? Как ничего не говоришь? Ничего. Интересно. Ну-ка. Сейчас, стой-ка, ну-ка, еще раз попробуем сюда. Михайлович! Ё-моё, походу, эта точка отвечает за отключку мозга. Интересно. Ну как? О, спасибо. Почки не болят. Дай бог тебе, начальник. Лет 5. Давай, лет 5. Че, жалко, что ли, больше? Давай, заходи, быстро давай. Ты че это? Опыты проводишь, что ли? Нет, шеф, я это, иглоукалывание не провожу. Вот китайской медицины, вот Михайловичу почку вылечил. Иголками лечишь? Да, иголками. Понятно. Ну, молодец, что заботишься о них. Ты это, поясницу лечишь? Поясницу, да. Да-да. Завтра с утра ко мне кабинет с иголками.